Добрый день. В сегодняшней нашей передаче, программе мы будем говорить о сказке. Каждый театр ставит сказку. И наш театр, театр юного зрителя, тоже активно ставит сказки. У нас есть большой опыт в этом плане. Последнее время мы стали экспериментировать. И первый наш эксперимент, это была совместная постановка с театром «Актеры и куклы Скоморох». Мы поставили спектакль «Али Баба и 40 разбойников». Это было замечательное, не только на мой взгляд, но и на взгляд зрителей, и на взгляд актеров, занятых в этом спектакле, замечательная совместная работа. Мы попытались расширить рамки и приступили к работе над пьесой Шварца «Снежная королева». Мы приступили к работе вместе с гуманитарно-эстетической гимназией номер 29. В чем же была новизна этой постановки? Дело в том, что наряду с профессиональными актерами играли дети этой гимназии. Это было замечательно. Нас интересовало следующее. Как сверстники, сидящие в зрительном зале, будут реагировать на своих сверстников, которые играют на сцене? Наши ожидания просто были полностью оправданы. Это было просто замечательно, на мой взгляд. И не только на мой взгляд, на взгляд актеров и режиссера-постановщика этого спектакля Григория Маякова. Мы не ставили задачи для себя воспитывать или делать профессиональных актеров из этих детей. Мы в первую очередь видели свою задачу в том, чтобы дети, сидящие в зрительном зале, и дети, работающие на сцене, эстетически развивались. Вот хотелось бы услышать мнение педагогов гимназии о нашей совместной работе. Для ребят нашей гимназии участие в спектакле «Снежная королева» был не только праздник соприкосновением к большой сцене, но и наши детки почувствовали, что это действительно колоссальный труд, так как они работали вместе со взрослыми актерами. И почувствовали, чтобы получилось действительно такое массовое зрелищное представление, красивое, для того, чтобы тебя понял в зрительском зале зритель, нужно много потрудиться и вложить каких-то своих усилий, умений и тепло детского сердца. И подружившись с актерами, я думаю, что это действительно состоялось, вот такая дружба актера и учащегося нашей гимназии, детки наши заглянули, конечно, в мастерскую театра, и, может быть, они в жизни не станут настоящими актерами, а изберут для себя какой-то другой жизненный путь. Но соприкосновение вот с хорошей литературой, с музыкой оставит в их сердцах теплоту, нежность, добро. Я думаю, что вот на сегодняшний день мы не можем предложить нашим детям много вот такой красоты и зрелищности. Но вот этот спектакль именно останется у наших детей в их сердцах навсегда. Дорогие друзья, прочтите обязательно сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» и расскажите ее другим. Потому что сказки не забываются. Они живут тысячелетия, не старея ни на одну минуту, ни на одну секунду, ни на один день. Потому что в сказках живут вечно замечательные человеческие чувства. Чувства добра, справедливости, дружбы, надежды, любви. Вот почему у сказок всегда счастливый конец. Этот удивительный вечер, наполненный ароматом морозного воздуха, поскрипыванием снега под ногами прохожих, мерцание ослепительно белых снежинок под лучами уличных фонарей, все это
уводит нас в необыкновенное царство сказки. Этой особой атмосферы волшебства, фантазии и чуда. Дети очень часто задают вопрос, существует ли сказочная страна? Конечно же, да. И не одна. Есть своя страна у гномов, эльфов, страна северных троллей, Санта-Клауса, диких лебедей, страна русалочки. Их сказочных стран множество. А сейчас я расскажу о стране доброго сказочника Ганса Христиана Андерсена. Если кто-то скажет вдруг, что, мол, чуда нет вокруг, значит, просто человеку нынче худо. Нужно вместе помечтать и тихонько подсказать: ждите чуда, ждите чуда, ждите чуда. Ждите чуда, ждите чуда, ждите чуда. Но оно само собой не подарено судьбой, хоть его порою встретить можно всюду. Если не жалея сил, ты сражаясь победил, ждите чуда, ждите чуда, ждите чуда. Ждите чуда, ждите чуда, ждите чуда. Снит, сна, снуре, пуре, базилюре. Мы вместе с нашей бабушкой живем, хоть не богаты и под самой крышей, но песенки веселые поем, и голоса друзей в ответ мы слышим. Мы знаем, что к счастью ведь знает, что мы не собираемся. Она, наверное, хочет нас напугать. А мы ее напугаем. Давай спрячемся. Давай. Бессмыслица! Невоспитанные дети! Я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Отвечайте же, невоспитанные дети! Простите, мы воспитанные дети! Мы очень воспитанные дети! Здравствуйте! Воспитанные дети А. Не бегают на четвереньках, Б. Не кричат гав-гав, В. Не вопят бу-бу-бу, и, наконец, Г. Не бросаются на незнакомых людей! Но мы думали, что вы бабушка! Стой! Я вовсе не бабушка. Слушай, Гей, я боюсь его. Кто это? Не бойся, я спрошу. Кто вы? А? Чего вы хотите? Зачем вы к нам пришли?
пришли? Воспитанные дети не задают вопросы старшим. Они ждут, когда старшие сами зададут им вопрос. Что вам угодно? Мы не дадим все. Дети! Бабушка, Лариса! Герда, помоги. Здравствуйте, хозяйка. Здравствуйте, господин. Коммерции советник. Долго же вы заставляете себя ждать? Но, простите, я ведь не знала, что вы придете. Это не важно, не оправдывайтесь. Вам крупно повезло, вы ведь бедны, разумеется. Ну, как вам сказать, и да, и нет. Деньгами не богато. А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас среди зимы расцвел розовый куст. Я покупаю его. Но он не продается? Стор. Уверяю вас, этот куст... Все равно, что подарок, а подарки не продаются. Начнем сначала. Вы, может быть, не знаете, кто я такой, хозяин? Я очень богатый человек. Деньги, деньги, мани-мани. Вы мое влечение. К вам иду я сквозь обманы, через преступления. Согрешу, не вздрогнув даже, за доходы зримые. Будет купля и продажа ради вас, родимые. Мне плевать, коль скажет кто-то обо мне нелестное. Деньги для меня охота, каждый раз прелестная. Деньги, деньги, вы ведь чудо самое великое. И всегда я с вами буду, други многоликие. Эй! Деньги, деньги, вас люблю я. Для меня вы главное. Ради вас на все иду я, золотые славные. Ради вас предам любого, позабыв приличие. Деньги вы моя основа, вы всегда моя основа. Главная моя основа, вы мое величие. Я очень богатый человек, хозяин. Итак, сколько стоят ваши розы? Неужели вы так любите цветы? Стор, я их терпеть не могу. Тогда зачем же... А я люблю редкости, хозяйка. На этом я и разбогател. Летом лед – редкость, я покупаю лед. Зимой – редкость, цветы, я попробую их разводить. Итак, ваша цена. Я не продам вам розы. Стор, продадите. Я даю вам 10 талеров. 20, 30, 50, 100. Что, и 100 мало? Ну хорошо, я даю вам 200 талеров. 200 талеров, этого хватит на целый год вам и вашим гадким детям. Это очень хороший... 200 талеров за обыкновенный розовый куст. Эти розы наша радость, господин советник. Стор, деньги. Вот это радость. Деньги, понимаете? Слышите? Деньги! Есть вещи куда более сильные, чем деньги. В таком случае вы просто сумасшедшая старуха. Вот вы кто. А вы невоспитанный старик. Вот кто вы. Я вас заморожу. Мы не дадимся. Увидим. Бабушку все уважают. А вы не юрчите, как... Это нехороший человек! Кей, мальчик, ну успокойся, не надо. Одна. Я А. Отомщу. Б. Скоро отомщу. И В. Страшно отомщу. Я дойду до самой королевы. Вот вам. А? Господин сказочник? Сочинитель сказок, над которыми все издеваются. Это все ваши штуки? Ладно, это и вам даром не пройдет. Снип, снап, снуре, уре, базилюре.
Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, здравствуйте, мой друг. Я приготовлю вам чай. Здравствуйте, дети. Ну-ка, 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 что с вами? О, вас огорчил коммерции советник, не обращайте на него внимания. Что он может сделать? Посмотрите, как розы весело кивают своими головками. Они говорят, все идет хорошо. Ну что с вами? Ну-ка, 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 говорите честно. Знаете что? Мне все-таки немножечко страшно. А, значит, вам немножечко страшно? Нет. Ну, советник сказал, что он дойдет до самой королевы. Какой-то королеве он говорит. Я так думаю, что о снежной королеве. Они ведь большие друзья, королева поставляет ему лед. А где она живет? Летом она живет далеко-далеко на севере. А зимой носится высоко в небе на черном облаке. И только поздно-поздно ночью она опускается вниз, проносится по улицам города, заглядывает в окна, и тогда стекла покрываются морозными узорами и цветами. А ты видел снежную королеву? Видел. Ой, когда? Давным-давно, когда вас еще и на свете не было. Расскажите. Я поведаю вам, что случилось однажды со мною. С той поры над землей пронеслось уже множество лет. Я мальчишкою был и морозною, мглистой зимою. Маму дома я ждал, ну а мамы все нету и нет. А на дворе мела метель, пурга врывалась в сны. И был далек еще апрель с мелодией весны. И ветер к трубам примерял свой стоголосый хор. Мороз на окнах рисовал затейливый узор. Кто это? Кто вы? Здравствуйте, господа. Здравствуйте, госпожа. Можете называть меня баронессой. Я добро и зло в одном лице. Мне подвластно все и все. Дом мой, замок из зеркал. Посреди ледовых скал я всегда во всем права. Все богатство, мишура, спор со мной не стоит грош. Ты со мною, Кей, пойдешь. Бабушка! Бабушка, не отдавай меня! Подумай, Кей, ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут повиноваться каждому твоему слову. Там не будет Герды, там не будет бабушки. Бабушка, не отдавай меня! Простите, баронесса, но так и будет, как сказал мальчик. Ну что ж. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик, если ты так этого хочешь. Но поцелуй меня на прощанье. Не хочу! Вот. Ты боишься? Я-то думала, что ты смелый мальчик. А ты, оказывается, трус. Я не трус. Ну тогда поцелуй меня на прощание. Не надо, Кей. Я не хочу, чтобы она думала, что я боюсь баронессы. Молодец. Всего хорошего.
До свидания, господа. До скорого свидания, мальчик. Поцелуй ее был холоднее льда. Он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца. А оно уже было наполовину ледяным. Кею показалось, что он сейчас умрет. Но это только на одну минуту. А потом, напротив, ему стало хорошо. Он даже перестал зябнуть. В этот же миг снежная королева подхватила его, и они взвелись на черное облако. Они летели над лесами и озерами, под ними дули холодные ветры, сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кей всю долгую-долгую зимнюю ночь, а днем он спал у ног снежной королевы. А что же было с Гердой? Дело в том, Герда, ты знаешь, у человека, к которому прикоснется снежная королева, сердце превращается в кусок льда. У Кея теперь ледяное сердце. Ненастье влетает внезапно и сразу, желая сердца разорвать пополам. Но вмиг оживает заветная фраза: «Мой друг, я тебя никогда не предам». Клянусь, что тебя никогда не оставлю в беде я. Клянусь, что пройду я к тебе сквозь преграды любые. В борьбе закаляясь, я стану намного сильнее. Сольются со мной все волшебные силы земные. Тот, кто любит сказки, непременно заметил, что среди сказочных тайн есть одна очень важная. На помощь героям в самый трудный момент приходят не только феи и волшебники, но и деревья, травы, звери и, конечно же, птицы. Приветствовать поклоном, и ко мне навстречу скоро прилетит придворная ворона. Признаюсь, прекрасна Клара, а меня все Карлом величают. Мы достойнейшая пара, скоро во дворце нас обвенчают. Я вам, друзья, признаться рад, я слышу крылья шелестят свою любовь, я всюду узнаю. И даже через 200 лет я однозначно дам ответ, я песню о любви тебе спою. И даже через 200 лет я однозначно дам ответ, я песню о любви тебе спою. Дразнят нас порою дети, Карлу Клары, мол, украл кораллы. Надоели браки эти, ведь такого сроду не бывало. У принцессы вы спросите, ей она все подлинно известна. Скажет вам она, учтите, что народ
вороны очень честный. Я вам, друзья, признаться рад, я слышу крылья, шелестят свою любовь, я всюду узнаю. И даже через 200 лет я однозначный дам ответ, я песню о любви тебе спою. И даже через 200 лет я однозначный дам ответ, я песню о любви тебе спою. Позвольте вас представить друг другу, моя невеста Клара. Герда! Герда, вот чудеса! Здравствуйте, Герда! Не мучите же меня, скажите, где ей? Что с ним, он жив? Кто его нашел? Месяц назад принцесса, дочь короля, пришла к королю и говорит: папа, мне очень скучно, подруги боятся меня, мне нет играть. Простите, что перебиваю вас. Зачем вы рассказываете мне о королевской дочери? Ну, дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете. Мне не с кем играть, сказала дочь короля. Подруги нарочно проигрывают мне в пятнашки. Я умру с тоски. Ладно, сказал король, я выдам тебя замуж. Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня испугается. Устроили смотр женихов. Все испугались, входя во дворец, но один мальчик не испугался. Это был Кей? Да, это был он. Вы уверены, что это был Кей? Ведь он совсем еще мальчик. Принцесса тоже маленькая девочка. Но ведь принцессы могут выходить замуж тогда, когда им вздумается. Не огорчайтесь, что Кей забыл бабушку и вас. В последнее время, как говорится, Рок, он был очень груб с вами. Я не обижалась. А вдруг Кей не захочет с вами разговаривать? Захочет, я уговорю его. Пусть он напишет бабушке, что у нее снежная королева. Идемте во дворец. Идемте. Сюда. Здесь никого нет. А это что? Не знаю. Дорогая Клара, неблагоразумнее будет удрать. Нет, нет. Лучше спрячемся. Когда мы с тобой играли в дочке матери, ты был мама, а я дочка.
Потом мы с тобой играли в семеро козлят. Ты был семеро козлят, а я подняла такой крик, что мой отец и повелитель, которые спали после обеда, свалились с кровати, помнишь? Ну, дальше. Потом нас попросили играть потише. И я рассказала тебе историю про Герду Кея, которую нам рассказали на кухне вороны. Мы стали с тобой играть в Герду Кея. Я назвала тебя Кей. Так, слушай ты, девочка. Ух, принц, ведь я Герда. Да что ты? Что же ты думаешь делать дальше, Герда? Буду искать Кея, пока не найду. Я думаю, что его унесла Снежная Королева. Ты думаешь идти к самой Снежной Королеве? Но ведь это очень далеко и страшно. Что ж поделаешь? Герда, постой! Я знаю, как быть. Мы дадим Герде карету. Карету! Очень хорошо! И четверку вороных коней. Вороных! Прекрасно! Прекрасно! Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники. Карета горела, как жар. Она резала разбойникам глаза, и они этого не потерпели. «Золото! Золото!» – закричали они, схватив лошадей под уздцы, убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду. «Ишь, какая славненькая! Ну-ка, какова на вкус будет!» – сказала старуха-разбойница. И вытащила острый сверкающий нож. О, ужас! «Она будет играть со мной!» – сказала маленькая разбойница. И повела ее во двор разбойничьего замка. Где? Где девочка? Где? Девочка! Мама! Девочка! А эту девочку я возьму себе! Я протестую! О! А это что еще за старый сухарь? Но! И не смей мне говорить, но! Я тебе не лошадь! А! Пошли! Да не дрожи так, я тебе вообще терпеть не могу! Я тоже, знаешь? Мне так надоели эти разбойники. Да. Ночью они грабят, а днем они спят, как сонные муки. Представляешь, мне приходится их колоть ножом, чтобы они со мной играли. Смотри! Ну ты! На! Ну, пошли ко мне. Я протестую, протестую, протестую! Мама! Да. Он мне надоел, застрели сейчас. Что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия. Да, любезный друг. Если моя дочка взяла девочку себе, я ничего не могу поделать. Детей надо баловать. Тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ну, атаманша! Смотрите, атаманша! Довольно, любезный! Радуйтесь тому, что я не исполнила дочкиной просьбы, не пристрелила вас. Убирайтесь, пока не поздно. О! О! Это звенит золотая карета! Ее подвезли к лагерю. Пойдем! Разобьем ее на куски и пойдем! Ты должен мне теперь помочь здесь учинить расправу. Ну что ж, коллега, я не прочь, все это мне по нраву. И в этом деле я велик, лишь намекни, дружище. Любой дворец я в тот же миг до ниточки очищу. О нет, здесь все сложнее, брат, здесь надо б на отмщение. Я это сделать очень рад и даже с наслаждением. Режешь, друг, и не гу-гу, аванс даю не даром. За это взяться я могу с хорошим гонораром. Убьешь девчонку, и тогда тебя я не обижу. Девчонку? Что ж, вот это да, я деток ненавижу. И злую
Свою песенку спою, убью и не отыщу. Я 20 талеров даю. Шутник, гони-ка тыщу. Разбойник, ты с ума сошел? Ты настоящий хищник. Но я при этом не осел. Гони, коль надо, тыщу. Дам 100. Нет. Что ж, 150. Нет. Ну ладно, дам все 200. Сходи, купи в аптеке яд и сам справляйся с местью. Ну что ж, даю тебе 500. Не изменю я цену. Ух, кровопийца. 800. Хоть головой об стену. Ну ладно, граб средь бела дня. Бери уж сразу 1000. Вот это дело для меня. И по рукам, дружище. Да? О! Ты еще здесь? А ну-ка, вон отсюда. Что, я протестую? Да слушай, ты! Ты, наверное, только одно слово и знаешь. Протестуй, да протестую. Итак, я считаю до 3. Не уберешься, я тебя застрелю. Раз, два, три. Ну вот, я ж тебе говорила, пока ты со мной, тебя вообще никто пальцем не тронет. Ну, пока мы с тобой не поссоримся. Но если даже поссоримся, я тебя все равно никому в обиду не дам. Я тебя тогда сама застрелю. Вот. А ну-ка, снимай шубу. Вот. О, какая шуба, она мне нравится. Давай-давай, быстрее. Так, подруги должны делиться. Вот так. Вот так. Вот так и вот так. Я, а тебе что, может быть, жалко? Нет. Но я боюсь, что замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы. Ха, а ты туда не поедешь. Вот еще, выдумала, только что подружились и уже уезжать. Герда, ну ты же еще не видела моего оленя. Знаешь, какой у меня олень? У меня сказочный олень. Он великолепно умеет говорить. Он необыкновенный, он северный олень. Сейчас я тебе его покажу. Эй, ты, олень, ну-ка иди сюда. Кому я сказала? Ну иди быстрее, ты же знаешь, что я все равно заставлю сюда подойти. Ну кому я сказала? Вот, иди. Видишь, какой у меня олень? Ну, скажи нам что-нибудь. Молчит. Эти северные такие молчаливые. А ну-ка. Оп, не надо. А чего? Это же так весело. Я хочу спросить его. Олень, ты знаешь, где страна Снежной Королевы? Ах, знаешь, да? Тогда убирайся вон отсюда! Уходи! А я тебя туда все равно не пущу, Герда! Девочка, я хочу поговорить с оленем! Но ты же потом опять начнешь меня просить, чтобы я тебя отпустила! Два слова, только два слова! Два? Ну ладно! Эй, ты! Олень! Ну-ка, иди сюда! Да не бойся, не буду я тебя больше щекотить ножом! Иди! Ну вот, спрашивай! Олень, видел ли ты когда-нибудь Снежную Королеву? А не видел ли ты с ней маленького мальчика? Видел? Ну тогда рассказывай, как это было! Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит Снежная Королева. Я ей сказал: здравствуйте. Она не ответила, потому что разговаривала с мальчиком. Большие белые птицы несли его сани. Значит, это был действительно Кей? Да, это был Кей. Так звала его королева. Так я и знала, бело от холода. Надо растереть его рукавицы и дать ему горячего чая с малиной. Девочка, я тебя очень прошу, отпусти меня. Отпусти. Она сядет мне на спину, и я довезу ее до самой границы.
Поцелуй меня, пожалуйста, Герда. А? Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. О, это и есть тот сказочник, который рассказывает добрые сказки? Да. Ага. А ты останешься со мной и будешь мне рассказывать сказки, пока она не вернется. Знаешь, Герда, страна есть на свете, где играет в снежки вольный ветер. В небесах там гирлянды сияний и название страны той Лапландия. Как-то раз в предрассветном тумане пронеслись в облака чудо-сани, мчались вихрем коней не жалея, королева с мальчиком Кеем. Навстречу им несся целый полк снежных хлопьев. Они бежали по земле прямо на Герду,
и становились все крупнее и крупнее. Это были передовые отряды войска Снежной Королевы. Все они одинаково сверкали белизной. Все были живыми снежными хлопьями. И, наконец, Герда добралась до чертогов Снежной Королевы. Тебе были метели.
дети шли домой, и по дороге расцветали весенние цветы, и зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали взрослыми людьми. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной Королевы было забыто ими, как тяжелый сон. Живут ступеньки в доме каждом, по ним привыкли мы шагать. А вы прислушайтесь однажды, а вы прислушайтесь однажды, а вы сумеете их понять. Поверь, вдруг туманной далью согреет сердце чей-то взгляд. И словно клавиши рояля, и словно клавиши рояля, они в оркестре зазвучат. Скрипят ступеньки под ногами, а иногда они поют, и мы встречаемся с друзьями. Друзья по лесенке идут и просят ласково ступеньки веселой песенкой своей. Ты платье лучшее надень-ка и выходи встречать друзей. Тише. Вы слышите? Поскрипывают ступеньки. Я уверен, что это... Извольте немедленно отдать нам мальчишку. Но мальчика здесь нет. Ложь! Вы прячете его где-то здесь. Вы, кажется, осмеливаетесь улыбаться. Видите ли, господин коммерции советник, до сих пор мы не знали точно, спасла ли Герда Кея. А вот теперь знаем наверняка. Жалкие хитрости! Кей! Ко мне!
У мальчика ледяное сердце, он наш! Вы прячьте его где-то здесь! Ищите лучше, господин советник! Его здесь нет? Значит, дерзкие дети погибли в пути. Отлично! А, ты еще здесь? Я же тебя предупреждал. Считай до трех. Что? Раз, но! Два, но! Три, а! Вы поплатитесь за это! Сейчас, сейчас я включу свет. Розы! Наши розы опять расцвели. Что это значит? Это значит, вот, что это значит. Честно! Пришли домой. Мы с вами, вы с нами, и все мы вместе.